Так сейчас выглядят третий и четвертый этажи стационара на Бероунской. Здесь готовятся к ремонту. Когда он закончится, разместится центр амбулаторной онкологической помощи, рассчитанный на три округа – Сергиево-Посадский, Пушкинский и Красноармейский. В рамках программы госпрограммы онкологии в течение последних трех лет мы последовательно получили достаточно большое количество единиц медицинского оборудования. Все это оборудование будет размещено в стационаре на Бероунской, чтобы пациент не бегал по разным лечебным заведениям, а в одном месте прошел все необходимые обследования. Мы должны принять на работу хотя бы троих еще врачей-онкологов и врачи-параклиники. Это эндоскописты, это врачи ультразвуковой диагностики. Глава округа Михаил Токарев побывал в стационаре на Бероунской. Говорили не только о ремонте, но и о приведении в порядок прилегающей территории. На рабочем поселке этот центр будет рассчитан на три муниципалитета, и, безусловно, место под парковки должно быть. Будем думать, места там, ну, объективно его мало, варианты есть, но будем смотреть. Ну, в любом случае, конечно, прилегающая территория тоже, которая внутри стационара, внутри забора, их территория, конечно, тоже давно не чувствовала заботы, да, и поэтому, безусловно, также на нее обратим внимание. Еще один объект, где готовится к ремонту, офтальмологическое отделение района. Больницы. Глава нас торопит, чтобы все службы администрации, которые за это отвечают, побыстрее провели конкурсные процедуры и вышли на работу, потому что времени очень мало, а объем работ, как мы сегодня посмотрели, очень большой. Все это деньги областные, из областного бюджета. Отделение рассчитано на 25 коек для пациентов и оснащено современным оборудованием. Но само помещение требует ремонта, и это видно невооруженным глазом. Пост станции скорой помощи в Краснозаводске, где базируется бригада, обслуживающая краснозаводские населенные пункты, расположенные в сторону Александрова, тоже будут ремонтироваться этим летом. Здорово, что очередной раз губернатор нас поддержал просьбы наших медиков о проведении такого хорошего косметического ремонта. Да, были определены три объекта. Так или иначе, в любом случае, все работы мы выполним за это лето. Задача где-то к сентябрю все работы закончить и вот эти все объекты, помещения уже сдать. Всего по области будет отремонтировано 158 медицинских объектов. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных. Программа «События».